Ну вот из такого куска трубы хочу сделать резец для токарного станка по дереву. Сейчас вырежу форму, заточу грубо, попытаюсь сделать закалку металла, ну и посмотрим, что получится. На данный момент получилась вот такая заготовка. Я это грубо заточил. Сейчас хочу попробовать сделать закалку металла на греве, потом в масло. Вся эта работа экспериментальная. Хочу попробовать, что из этого может получиться. Ну а дальше выточим ручку, доведем до более такого красивого внешнего вида. Ну там конечный результат будет уже виден позже. На этот момент заготовочка выглядит вот так. Вот так выглядит заготовка после закалки. Сейчас буду все зачищать, полировать. Ну и делать заточку финишную. Ну вот пока такая промежуточная шлифовка. Потом еще доведу попозже. А сейчас хочу попробовать заточить и посмотреть, что дала так называемая закалка, которую я делал. Точим. Пока так. Сейчас попробую довести наждачкой, а потом попробую на деревяшке, насколько эта штука острая получилась. Ну, вот такой рез. Тут сучок еще. Режет нормально.
для самоделки. Вот с помощью этого резца, который я изготовил, буду вытачивать для него рукоятку. Давай посмотрим, насколько заточка окажется нормальной. Получился вот такой резец, вот с такой ручкой. По поводу заточки могу сказать следующее, что либо металл другого рода нужно закалять таким способом, которым делал я, либо закалку другую применять. В общем, ну тупится он, конечно. Если работать с мягкими породами деревьев, то иногда подправляю во время работы, ну, вполне справляется, а так. Работать не очень хорошо тупым инструментом. Так что будем закалять по-другому. Дальше будет видно.